Всем привет! Новое видео на канале, и сегодня я вам расскажу, как я выбирал чехол, обычный чехол для обычного ноутбука с диагональю 15,6 дюймов. У меня в наличии новенький ноутбук, вот до сих пор, вот в этой штуке. Я заказал, соответственно, подбирал для 15,6 дюймов, заказал на Озон, очень популярную фирму. Сейчас вы видите кадры, как я получал, распаковывал, но что-то пошло не так. Фирма стоит от 50-70 долларов, скажем так, была распродажа на Озон. И все хорошо, но для маков, да, а Windows-буки, ну, даже очень, скажем так, тоненькие, очень премиальненькие, они все равно чуть толще макбуков, и поэтому он не подошел. Моя это вина? Ну, не знаю. Производителя, ну, скорее всего, точно нет. Там такой интересный чехольчик с магнитной застежкой, водонепроницаемая ткань и усиленные углы. И после этого я задался целью найти чехол и вот эти вот, знаете, сумки, вот эти вот, которые вот а-ля 98 год, через плечо, с ручками. Это все такое полное дерьмище, которое, ну, на самом деле... У меня есть рюкзак, который, ну, Xiaomi, обычный Xiaomi City, что-то там, куплен много лет назад. И свой предыдущий ноутбук я носил в чехольчике, который вы тоже сейчас, наверное, видите на экране. Это войлочный чехол, прислали китайцы много лет назад, и очень хорошо все это подходит. И 13-дюймовый MacBook Pro 2017 года туда замечательно входит и выходит, и при этом, ну, можно использовать без какой-то дополнительной защиты. Я хотел то же самое, только для современного мощного компьютера на Windows от компании Asus. И, наверное, после того, как я ошибся, или, может, так совпали звезды, что мне не подошел тот хорошенький, дорогущий чехол по акции, я еще примерно неделю потратил время и нашел вот очень интересный экземпляр. Вспомнил, что есть такая компания Bazeos. Это вот такой вот брендик. Делается это все в Гонконге, скорее всего, в Китае. И обратите внимание, для 16-дюймовой модели. Обычный чехольчик, ничем не примечательный, чехол-конверт. Больше его мне и не надо. Вот в такой вот упаковочке. Сейчас мы вскроем и попробуем сюда этот ноутбук, достаточно тонкий. Вот он до сих пор в заводском таком чехольчике. Скажем так, ну, пользоваться, носить, конечно же, неудобно. Давайте посмотрим, из чего состоит этот чехол, и я вам все покажу. И если вы задались таким же вопросом, какой чехол купить, это видео должно быть для вас полезным. Поставляется все вот в таком вот пакетике. Пакетик мы сняли, и перед нами кожзам конверт. Он такой, знаете, как будто бы немножко ткань такая, скорее всего, непромокаемая. Кто-то скажет, это кожа. Внутри у нас вот такая вот штука. Мы сейчас ее снимем, положим сюда. Здесь у нас что-то нам мешает. И, собственно, вот такой вот он, ну, можно сказать, тканевый. Внутри у него вот такая вот мякушка. То есть ваш ноутбук не поцарапается. По прострочке, то есть он достаточно надежный должен быть. Ну, все вроде как хорошо. Нигде никаких косяков нету. Магнитная застежка. Здесь чуть-чуть клея. Ну, ничего страшного, бывает. Чехол все-таки, скажем так, не вещь, которая супер важная и не супер дорогая. Стоит он в районе 1500 рублей. Ссылочку размещу на Яндекс.Маркете. Там можно будет применить какой-нибудь специальный промокодик или купончик и урвать эту штуку еще за более доступные деньги. Серого цвета, с желтенькой такой штучкой. Желтый цвет мне всегда нравился. Давайте положим сюда вот этот 15,6-дюймовый ноутбук от компании Asus. При этом у нас здесь еще вставлен переходничок для геймпада. И я вам хочу сказать, что он не особо-то и большой. Я бы сказал, даже как бы впритык. Здесь есть дополнительный карман, тоже, кстати, на магните. Может быть, для планшета, может быть, для каких-то моментов по документам. Собственно, вот такая вот папочка. У него вот такие вот размеры. Я думаю, что сюда
Именно в этом состоит загвоздка всех чехлов. То есть 15 дюймов и 6 не влезает, а вот 16 дюймов влезает. Есть очень много всего на Озоне, на Вайлдберрисе, на Яндекс.Маркете. Но оно все какое-то вычурное, все какое-то либо супердорогое от 5000 плюс. Нет ничего меньше двушки и даже меньше 1500. А этот чехол именно подходил по всем моим требованиям. То есть он недорогой, он защищает, компьютер будет стоять вот так вот в рюкзачке, и все у него будет в этом плане хорошо. Он будет защищен, он не будет царапаться. Да, конечно, кидать продукт в этом чехле не очень интересно, но опять же, зачем нам кидать компьютер? Нам просто надо его обезопасить от царапин, для того, чтобы не наклеивать всякого рода защиту, хотя, в принципе, можно проэкспериментировать и с наклейками, потому что компания Asus в комплекте предоставляет прикольные наклейки по украшению вашего ноутбука, точнее, можно сказать, его кастомизации, индивидуализации под каждого своего пользователя, но я этим не очень как бы страдаю, поэтому, может быть, какую-то полиуретановую пленочку на сам ноутбук я до сих пор... Как он отсюда выходит? Да замечательно выходит. Я думаю, что не одной рукой, но даже вот так вот можно его как бы достать. Вы видите, что даже одной левой я справляюсь, и замечательно входит. А этот магнитный клапан закрывается более чем достаточно. Поэтому, если вы искали себе чехол, присмотритесь к такому варианту. Все полезные ссылки будут в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Если досмотрел до этого момента, пиши Дональд Дак. И совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.